ребята, всем привет! Ну что, у меня для вас собрались новости, и давайте все по порядку. Начнем с нового трека Дианы «Леди Банни». Несколько дней назад она презентовала кусочек этого трека у себя в ТикТоке. И в описании написала: «Когда будет 100 тысяч видео под этот звук, я выпускаю клип». Это очень большая цифра, и тут реально надо постараться. Но у Дианы такая огромная аудитория, что эта задача выполнимая. Теперь о поездке в Дубай. Наконец-то, спустя 2 месяца после неудачной попытки полететь отдыхать, вся семья Дианы уже на отдыхе в Дубае. Кнопа полетела вместе с ними. Диана тоже выложила видео в ТикТок, где она и Настя танцуют в аэропорту. В этот раз и тот, когда так и не получилось полететь. Судя по этим кадрам, в гостинице, где сейчас поселилась вся семья, окна выходят на знаменитый отель, который считается одним из самых дорогих отелей и который позиционирует себя как единственный 7-звездочный отель в мире. Первый день семья отправились в Дубай, мол, и просто зацените этот диалог, когда Инона говорит про очередь Hermès. Чтобы вы понимали, это очень дорогой бренд, и сумки от Hermès стоят целое состояние. Посмотрите, какая очередь в магазин Hermès. Каждый себе хочет купить, походу, сумку или кошелек. Диана, ты хочешь? Что? Hermès в очередь занять. Нет. И внимание, туда очередь. Мне просто интересно, это просто туристы, которые хотят своими глазами видеть такие дорогие сумки? Или очередь из реальных миллионеров? Просто посмотрите цены на эти сумки в онлайн-магазине, и вы все поймете. Цены указаны в евро. Еще одна новость. Вчера Диана и Кирилл отметили 8 месяцев отношений. Напомню, что раньше ребята тоже провстречались 8 месяцев, а потом из-за ссоры расстались. И если сложить эти две цифры, то получается, что ребята вместе почти 1,5 года. Кстати, Диана опубликовала милые фотографии с Кириллом, когда они были на одной из вечеринок вместе со своей компанией. И давайте так, я знаю, что мы все уже так устали от школы, что кажется, наши мозги уже просто не переваривают информацию. Давайте проверим, у кого как. Кто досмотрел это видео до этого момента, вот тебе задание. У тебя есть 30 секунд, чтобы решить этот пример. Погнали, ответ пиши в комментариях. Ну на этом все, всем пока, обняла каждого.